Что-то у него рука не отключается. Нет, сюда. Здесь дальность 120, прекрасно слышно. Пропалцы, да? Спасибо. А поцеловать? О, приземлил. Отлично. Я же сказал, что все работает, все хорошо. У нас проблем нет, если у кого-то есть. Летает. Серега, к старту начнем, точно. Да мне нравится на всех самолетах сухого летать. Все самолеты замечательные. Ну, а этот по определению, опять же, все новое, пятое поколение. Это, в общем-то, для любого летчика это и приятно, и почетно летать. Ну, безусловно, в этом самолете воплощены самые последние доработки и доводки, которые мы сделали по самолету. Ну а самое главное, то что этот самолет является самолетом президента вот в этой первой партии опытных самолетов, которые изготовлены на сегодняшний день. То есть он самый полный по составу и максимально соответствующий, как бы, лицу боевого самолета. В соответствии с планами утвержденными, которые на сегодняшний день существуют, поставка первых серийных самолетов — это 16-й год. В 2015 году мы должны закончить первый этап государственных испытаний, в котором будут участвовать все наши опытные образцы, в том числе тот самолет, который сегодня прилетел.